моя задача решить проблему с насосом. Вот как-то так. Друзья, всем привет. Возникают такие ситуации, когда насос в системе отопления выходит из строя. Как это можно проверить? Если у вас система отопления не функционирует, но насос при этом включен, прислушайтесь к нему. То есть приложите ухо вот к этой части насоса. Если вы слышите звук вращения лопастей, то он работает. Если же он просто гудит, то он не работает. Он просто стоит на месте, что-то мешает лопастям вращаться. Итак, сегодня в этом видео моя задача решить проблему с насосом. Есть два варианта. Либо я просто делаю насос, запускаю в работу, либо я делаю насос и рассказываю вам, как это произошло. Выбирайте, какой вариант вам более интересен, первый или второй. Я думаю, второй будет полезней и интересней. Поэтому смотрим второй вариант, как я разбираю насос и привожу его в рабочее состояние. Если это не получится сделать таким путем, придется снимать целиком насос и нести в сервис. Такую процедуру я уже проделал с насосом, который у меня находится вот здесь. Вот здесь вот у нас коллектор теплого пола. Я, в общем, насос там тоже одно время накрылся, я его отнес. Его почистили, привели в рабочее состояние, я его поставил на место и, в общем, сейчас работает. Сейчас я хочу эту же процедуру проделать с этими двумя насосами, но не снимая их систему отопления. Просто закрыть краны, разобрать насос, почистить, собрать его обратно, поставить и проверить, будет он работать или нет. Если же этого не произойдет, то тут уже только сервисный центр мне поможет. Поэтому вот как-то так. Будем разбирать насос, откручивая вот эти вот шестигранники. Нам нужно скинуть давление с помощью вот этого вот болтика. Откручиваем плоской отверткой и скидываем давление в насосе. Насос не крутится. Так, берем шестигранники, подходящие по размеру, и откручиваем насос. Это у нас шестигранник номер 4. Питание, естественно, у нас на насосе отключено. Так, смотрим, в каком состоянии находятся лопасти нашего моторчика. Все покрыто ржавчиной. Ржавчина каким-то образом попала в систему. И вот, в общем, лопасти наши полностью в ее власти. Теперь нам надо очистить эти лопасти, очистить вот этот вот насос от ржавчины. И обратно его установить на место. Там еще он какой-то мусор. И есть какие-то веточки, которые никоим образом не должны там находиться. Но они там есть. Поэтому сейчас наша задача все это почистить. Короче, вот видите, насос теперь закрутился. Вот теперь нужно нам аккуратненько его почистить и заставить его работать. Видите, вот в этих местах вот
очень много грязи. Сейчас нам нужно ее аккуратненько почистить. Вообще идеально лучше снять этот насос, да промыть его в воде. Сейчас так и сделаем. Ну, вообще, ради интереса, сейчас я просто включу автомат. Как видим, я включил автомат, и насос заработал. То есть мы его раскачали. Автомат у нас выключен, мы просто отключаем все питающие кабеля. Вот так вот. Теперь пошли мыть. Итак, в общем, мы почистили насос. Немножко ржавчины осталось, но это просто цвет. Все лопасти почищены. Уже более-менее в подавающем виде. Убрали там лишнюю накипь, наросты всякие. Ну, в общем, в таком вот виде. Можно, конечно, еще подетально более так углубленно его почистить, но я уж не стал слишком сильно заморачиваться. Главное, лопасти чистые, и все. Теперь монтируем этот насос на место. То есть монтируем его обратно таким же образом, как и сняли. Ставим и закручиваем наши шестигранники на место. Так, сразу проверим. Все работает отлично. Теперь засовываем его на место. Сейчас посмотрим на то, как у нас вот этот маховичок закрутится. Крутится. Остановился. Ну все. Следовательно, насос у нас функционирует. Возвращаем заглушку на место. И запускаем воду. Понеслось. Еще раз пускаем воздух. Ну все, теперь видно, что насос уже у нас работает. Так можно отрегулировать скорость вращения лопастей, то есть увеличить скорость, либо уменьшить скорость работы насоса. Тут настройка максимальная, вторая средняя, первая слабая скорость. Так, ну как работает насос, я вам объяснять не буду. Просто в данном видео я привел насос в рабочее состояние, почистил его и вернул на место. Все очень просто, то есть без всякого сервисного центра я сделал это сам, собственными руками. Ну вот как-то так, отвертка подтвердила. В общем, понятно, теперь задача починить еще вот этот насос. Остальные насосы у нас работают. Так, это у нас насос с первого этажа. На первом этаже сейчас у нас уже будет отопление. Так, вот этот вот термометр, он у нас покажет температуру. Сейчас он показывает температуру 28 градусов. Вот. Пока я чиню вот этот насос, посмотрим, насколько температура увеличится на этом градуснике. Короче, все, насос работает. Уже он крутится, прям чувствуется вибрация на руки. Здесь насос работает, вот этот насос нам сейчас надо починить. Все, давай продолжим. Так, итак,
Спустя какое-то время мы видим, что температура на термометре показывает уже 42 градуса. Следовательно, у нас все функционирует. Все хорошо. Так, еще одно замечание, которое я хотел бы сейчас сделать. Как видим, здесь у нас краны из полипропилена все. Эта система была собрана уже лет 7-8 точно есть. Поэтому следующим сезоном я думаю, что мы вот это все переделаем. Краны полипропиленовые уберем. Так, вот эти моменты, которые, видите, уже зацвело все здесь у нас тоже. Все это исправим, заменим. Очень такие вот, не очень такие хорошие наросты здесь у нас есть. Все это мы должны убрать, исправить. Все вот эти подтеки. В общем, всю систему нужно будет переделать на краны не из полипропилена. Трубы, возможно, мы оставим эти же самые, но все запорные арматуры мы переделаем. Манометры, термометры, все, я думаю, тоже исправим. Фильтра тоже, я думаю, надо будет заменить. Фильтр, обратный клапан. В общем, все нужно будет поставить новое. И гидрострелку я тоже планирую изменить. Тут, видите, вот тут еще вот тут кран. А здесь у нас группа безопасности стоит. Она тоже вот подтекает. Здесь вот тоже вот все окислилось. В общем, работы много, но все это будем мы делать уже в предстоящем сезоне. Пока на данном этапе мы заканчиваем эту всю работу. Насос запустил, отопление дал. Больше пока ничего я сделать не могу. Поэтому оставляем все как есть. Будем следить за состоянием всех приборов. Для того, чтобы в случае необходимости можно было вмешаться в работу и исправить, если произойдет какая-нибудь поломка. Но надеюсь, у нас на этот сезон всего этого хватит, и ничего нам переделывать не придется. Так, ну что ж, друзья, вот таким вот образом, сам своими руками, без сервисного центра, я починил, почистил и привел в рабочее состояние насос фирмы Grundfos. После этого видео вы самостоятельно теперь можете это сделать без дополнительных усилий и дополнительных затрат. То есть, руководствуясь просто теми знаниями, которые вы получили в данном видео, вы можете смело считать себя уже специалистом по ремонту насосов фирмы Grundfos. Ну, также все остальные насосы, они ремонтируются и чинятся одинаково. Поэтому, если у вас возникла такая ситуация и насос вдруг перестал работать, вы можете просто его разобрать, почистить, не снимая место его установки. В общем, таким вот образом это все делается легко и просто. На этом у меня все. Если вам было полезно данное видео, ставим пальчик вверх, не забываем подписываться на канал и напишите в комментариях, какие еще вы способы знаете, как починить насос в системе отопления, водоснабжения. Ну, в общем, все, как это делается. А вот это мой помощник был сегодня. Точнее, не помощник, а помогатор. Короче, все, ребята. До новых встреч. На новых видео. Всем пока-пока. Пока. Все, иди не морайся.